Внимание, Всем привет, дорогие зрители, вы на канале Devil Play. Мы продолжаем игрушку под названием Frostborn. Вот, что у нас будет на этой серии? А эта серия начинается с того, что я нашел еще одно событие. Там было описано, что разведчики нашли какое-то место, логово монстров. Вот такое вот событие у нас. Погнали, посмотрим, что это такое. Я уже пришел на место, прибыл. Разведчик, будьте готовы отбить несколько атак монстров, когда путь с логово, если справитесь, возвращайтесь ко мне назад за наградой. Как-то так. Давайте пройдемся, посмотрим, что у нас тут. Ну, тут у нас разве что могли бы деревья посрубать. Я вообще сюда не подготовлен, честно говоря, подошел. Мне аж тут элементарно. Посох, говорю. Копье уже на исходе. Посмотрим, что получится. Может, там хотя бы в логове можно будет что-то добыть такое. Оружие там или броньку какую-нибудь. Станок починки с ионным доспехом идеально стоит. Обычно такой станок можно найти в любом развитом районе. Вот, мы вошли в логово и смотрим, что сейчас будет происходить тут. Мы видим, короче, тут такую вот комнатку. Тут у нас есть какой-то механизм, я так понимаю. Или что это? Бить надо это, или что надо с этим делать? Пока еще ничего не происходит. Покиньте, да, заберу награду разведчика. В смысле, а я даже, как бы, ни с кем не боролся, ничего, и все. Логово монстра. Покиньте логово и заберите награду разведчика. Странно. Мне казалось, наверное, сейчас будет что-то экшен какой-то или какой-то лаг произошел. Фиг его знает. Пехи участвуйте в турнирах. Ну, это понятно, что это турниры. Да уж. Зачистите логово монстров. Все. Просто надо было зайти в логово и выйти. Странно. Хрен его знает. Я бы хотел, наверное, чуть-чуть побороться, наверное. Интересно же. Обращайте внимание на деревья. Ну а так, в принципе, пока никаких событий нету. Ничего нового нету. Ну и поэтому мы продолжим с вами, когда появится что-то интересное. Мы с Женей решили поиграть вместе в Frostborn. Он там тоже присоединился. И мы, короче, тут просто наиграли столько. Хотели стрим запустить, но стрим что-то не запускается, так как слабый интернет. Вот. Чё ты не здороваешься? Здоровайся. Да, привет, привет. Привет, молчи, блин. Люди подумают, что я прикалываюсь, шучу. Да, я, блин. Сейчас бежим, короче, в святилище Тора, хоть у нас подношения ни хрена нет на него, у нас есть уже подношение для Одина и... Как там оно еще было? Какой ты там взял, помнишь подношение? Не, не помню. Не помнишь? Ну, короче, Фрей или что-то такое. Вот. Нас тут уже успели убить, сейчас подберу свои вещи. Приостанови. Что случилось? Да я вещи, подожди, как приостанови, сейчас хотя бы вещи заберу наши. Мои заберите. Да. Чтоб не проебать. Так. О, бля, а твои уже не вмещаются у меня. Ну ты, конечно, понасобирал тут. Ну я просто одену хотя бы, что лезет, как сказать. Так. О, у тебя что, арбалет есть? А, нет, показалось. А что, тебе не заходит? Может, тебе интернет отключился? Сейчас я этот сделаю, закину сюда. Жвачку, чтобы по месту больше было. Блин, посохи, я думаю, лучше взять. А, я жилет еще. Сумку не одел, поэтому, блядь, думаю, что такое. Почему все не лезет? Ну все, в принципе, все забрал я. Поэтому можешь не переживать. Ну что, сейчас Женя подключится, и мы продолжим. Даже. Ну что, Женя к нам вернулся, я подобрал его вещи, и сейчас буду ему отдавать эти вещи. Так, забирай
Это, наверное, меч. Меч. Это мое. Да, сейчас. Сейчас я меч тоже верну. Это на лови. Так, у тебя еще бинты. Там мешочки, косточки подам. Косточки не мои. Хорошо. Так, ладно. Поехали дальше. Так, подлечены, все нормально. Короче, понял, не лезь вперед. О, кстати, сам прибежал на своей смерти. Подожди, чё? Все, готов. Поехали. Так, понял, по одному. Вот эти лучники, блядь, суки. У нас тот раз, блин, нормально так потрепали. А, кстати, можно со стелса. Давай ты вперед, да. Ты вперед иди, у тебя меч. Ты, короче. Ребят, не удивляйтесь, что мы как бомжи, короче, тут голые бегаем, там, без оружия. Просто экономим. Нам, так сказать, комментарии посоветовали, что лучше... Или комментарии, или ребята с клана, так скажем. Что лучше вещи экономить, короче, не ломать их. Поэтому, соответственно, мы так и делаем, так и поступаем. Мы уже, в принципе, в оранжевых локациях подземелья попроходили. Там, блядь, боссов поубивали. Голыми руками, короче, проходим нахрен все подземелье. Потому что... Да, все, требуется предмет. Да? Подношение, наверное, да? Да, вот это, видишь... Подношение Тору. Мы можем, кстати, подношение Одина пальцы открыть, блядь. Так, правда, там красные локации, Жень. Там надо, блядь, подготовиться. Не знаю. Может, рано еще туда? Да не рано. Только вот там один войдет только. Ну, давай, а, да. Не, подожди. Ты же можешь открыть дверь, а я уже зайду. Да, я могу открыть, конечно, да, я могу. Да, все, погнали. Тогда, блядь, погнали, я не знаю. Ну, тогда, наверное, блин, наверное... Пошли курточки надеть. Да, нормально, тогда уже туда надо собраться, потому что... Там, я думаю, у нас в таком виде нас запросто там завалят. Нехер делать. Вот пропал куда-то в тумане, блядь. Так. Это, будьте благоразумны и не размещайте сундуки на улице, иначе содержимое, по-моему, заинтересует. Понятное дело. Блин, какой же тут кайф, что здесь не нужно энергии на перемещение. Да, ты не представляешь. Точно. Такого типа игры играл ты? Да. Ну, помнишь, как там, блядь, да, постоянно, да, о, энергия закончилась, чем, блядь. Чем дальше, тем больше энергии, блядь. Да, да, вот здесь, блядь, это убрали, это офигенно, это офигительно. Так, войти. Надеюсь, это не поменяет, и эта игра, блядь, реально будет в топе, если, ну, так они будут дальше продолжать в том же ритме, в том же темпе эту игру поддерживать. А то сколько раз бывает, что начинает ухудшать только, блин, игру. А эта игра пока новая, пока только-только, понял? Так. Вот я тут еще, кстати, видите, стены построил после предыдущей серии. Так. Гвозди, кстати, блин, сложно здесь находить, я не знаю. Пока у меня такого верстака нету, чтобы делать гвозди, ну... Хочется попробовать построить конюшню, может это что-то даст. Может, возможность коней создавать. Так, что именно надо здесь? Где моя эта ловушка, блин? Шмот. Подожди, у меня должен был меч быть и два шмота. Почти поломанных. Так. Нет, не вижу. Бля, это как? Ты случайно не брал там шмот и меч, блин, у меня? Я такой меч брал, такой обычный, с щитом. Не, это другое. Куда оно делось? А, может, мне его сломали, наверное, скорее всего. Ладно. Да, блин, что ты жрёшь, а? Случайно нажал. Ну, поехали тогда в подвале, тогда порыщемся. Попробуем сейчас на Одина сходить, да? Угу. Сейчас, наверное... Может, мне и лук сделать? А? Может, мне и лук сделать? Лук, в принципе... Ну, он быстро ломается, кстати, этот, да? Лук, блядь, да. Лучше... Даже не знаю, блядь, что посоветовать. Еще один меч сделать. Да, лучше меч сделать, честно. Лук, он, блядь, так ломается быстро, что ну его нафиг. Так, у меня есть дубинка. У меня есть шлем, штаны.
Блять, ботинок нет у меня нормально. Есть какие-то лишние ботинки? Да, нихуя нету вообще по одежде, что-то нихуя нету. Блять. Ну ладно, я думаю, будет того стоить. Одену. Вот так. Хавчика надо побольше взять. Посмотрим, у нас там, может, морковка уже приготовилась. А, блин. Метательный топор надо было тоже взять. Ну ничего, у нас, в принципе, там тоже есть. Ты хочешь, типа, по-крупному подготовить? Да, конечно. Так там, блядь, красная локация, считай. И там, по-любому, если мы сможем пройти что-то, да, блядь, на дыбы. Все-таки в первый раз идем. А обувь я, наверное, сейчас себе скрафчу. Хоть что-то, чтобы боссом не ходить там. Так, что у нас тут лишнего? Давайте выкинем вот это все. Сундук. Так, что у нас тут? Так, цепочка. Что сейчас? Запуск. Выкидывает, да? Угу. Бля, это плохо. Вот сейчас там, блядь, прикинь, мы будем на боссе, блядь, нас выкинет нахер, блядь. Это будет нас бомбить. Ну что делать? Как можем, так и играем, да? Так, топор, думаю, нахер туда не нужен будет. Кирка в том числе. Так, давай посмотрим, что тут у нас. Да, видишь, что пишет, на животных можно путешествовать на дальнее расстояние. Ну да. А пока ездовые животные, видишь, у нас нет. Так. Вот у нас еще тут метательные топоры есть. Кстати, морковка одна завалялась. Пойду ее закину, пускай готовится. Надеюсь, там хотя бы, блядь, чужаков не будет там, блин. То ну его нахер, блин. Тот тоже, блин, не мешает, капец как. Так, что нам нужно для ботинок? Посмотрим. Веревка, трава и ткань. Что тебе получается? Куда идти будем? Конечно. Так, веревка. А, и, кстати, подношение надо не забыть здесь. То нас кто туда не пропустит. Так. А ну-ка. Вот. Обувь. Все, одеваем. По максимуму. Так. Это сюда. А, в принципе, это тоже могу все положить. А, блядь, надо еще бинты бы взять. Я думаю, бинты там понадобятся точно. Блин, главное не просрать там, блин, еще все, что возьму. Mm-hmm. То это обидно будет. Капец, как будет обидно. Mm-hmm. Ну, я, в принципе, готов уже. Ну, я уже могу идти, так скажем. О, наверное, я берсерка возьму, потому что у меня, в принципе, оружие неплохое. А целитель? А, ну ладно. А целитель, ну, у меня нету, это, посоха особо, ну. А, ну да. Да, хавчик есть, бинт есть, блядь, все, сейчас... Подготовился-то и заебись будет. Так, берсерк, что нам нужно для берсерка? А ну, что не показывает. Ладно, выбираем. Все, выбрано. Ага. Значит, это запрет для берсерка. Тогда давайте я возьму топор. Фрейя. Фрея, да? Да, да. Может, Фрея попробую, хотя хуй его знает, я даже не знаю, где это находится. На, где-то, наверное, в другом месте будет. Так. Давай возьмем. О, кстати, еще топоры возьмем. И вот это возьмем. А вот с этим у нас двуручка. Да, все, я, у меня как раз топор для берсерка, понял? Хорошо. И что оно дает, интересно, вот это все?
навыки. Стены могут задержать мертвых, но против чужаков, пришедших за вашими вещами, они не выстоят. Понятно. Топором. А ну здесь хоть описание хотя бы посмотри, что дает этот, блядь, берсерк. А, вот, детали класса. Специализируется, вихрь. Круговая атака, которая наносит 20% урона вашего оружия всем врагам, стоящим поблизи. О, круто. Массовый, понял? Увеличивает наносимый урон на 20%, но понижает броню здесь активно 15 секунд. Класс. Думаю, она нам там понадобится. Все, я уже иду туда. Сейчас смотрю. Ты еще не готов? А ты кем хочешь туда идти? Магом. Магом? Да. У тебя, да, у тебя в принципе есть, да, посохи хотя бы. Да, да. Так. И, кстати, святилище Одина еще один день будет активным, я так понял. Так что да, лучше сбегать туда и сделать свое дело, так скажем. Сделать свои там грязные делишки, да? Бля, так стиралка шумит, пиздец просто, я не знаю, получится запись. Пускай стирает. Пускай стирает. Так, я вхожу. Святилище. Если покинуть святилище, намного безопаснее с товарищами из семьи, чем в одиночку. Что, ты тоже уже туда? Так, святилище, давай, бежу. Ого, вот здесь уже по-другому локация выглядит. Красиво. Так, требуется топор. Блин, требуется топор. У меня в руках топор такой здоровый, блин. Да, там пишет. Требуется топор, блин. Чем тебе не топор, блин? Это не для дров, блин. Похуй, это топор же. А что ты не восстановил хп себе? Ой, бля. Ты хоть шмот хотя бы какой-то, хоть скрафтил бы там, не знаю. Да, у меня нормально, блядь. Я надевал себе шляпу и нормально. Да, шляпа, блядь. Пошли, блядь. Смотри, как я выгляжу. Ой, красавчик, блядь. Вообще. А я закалённый, сука. А. Это как? Почему тут так чисто, спокойно? Уже открыто всё. Странно, да? Может, другие игроки уже здесь все расхерячили, а мы просто как дурачки пришли сюда. А ну, нет, давай посмотрим, может, что-то здесь будет. Открывай двери, блядь. Может, он только тебя запустит? Да не. Блять, я забыл взять эту хуйню. Сейчас, подожди. Ладно, сейчас. Все это, здесь, да, подношение Одину. Ладно, сейчас я сбегу быстро. Подожди тут, хорошо? Все, сейчас, ребят, мы продолжим. Ну что, ребята, я забрал вот этот ключик. Наконец-то настал этот момент. И я нажал на войти. Открылась дверь? Нет. Блять. Да. Ладно, да? Да. Охуеть. Пиздец, я что, один туда, блин, зашел? Да. Да ну нахер. Да. Давай посмотрим вообще, я хоть справлюсь там, блин, хоть. Охуя. Бля, ну это херово, блин. Да нахера, ну, а я пойду туда, блядь. Не, нет, ты не иди, блин. Че? Да потому что ты, блин, в одиночку тут не вариант, блядь, херячиться с ними. Надо, блядь, наверное, надо было нам еще пойти в подземлю, понял? В подземку. Сходить. Какую подземку? Ну, чтобы великана? Найти ключ Одина, да, понял? Великана? Да, да, вот это то, что мы с тобой проходили, понял? На, хотя бы давай посмотрим, что вообще тут. Пока в сундуках ничего особого. Ох ты, лук есть. Нихуя себе. Прикинь, да? Ну, вот короче, так... выйдешь, поделишься чем-то. Да сейчас посмотрим, что там дальше будет. Сейчас, может, меня сразу завалит сходу. Кто это? Ты... Низший драг. 160 хп, прикинь. 108, бля, въебал. Кайф. Берсерка врубил. Ух ты, блядь. Вот нихуя себе. Вот это я тупанул, блядь. Нахуй я его трогал вообще. А ну хоть один удар смогу сделать? Не. Хуйся. Да ёб твою мать, а надо как-то, не знаю, блядь. Ай, блядь, ай, блядь, всё, я сдох, нахуй. Возродиться, блядь. Прикинь, я всё проебал.
Женя! А ну, посмотри, посмотри, оно у тебя пропало, че не? Да хуй его знает, блядь. Ну это 1000 хп, прикинь. Я же говорил туда еще раз. Да, правильно говорю. Да ну нахуй, жалко, мне там столько всего было. Ничего, сейчас пойду схожу, блин. Надеюсь, блядь, можно туда зайти опять. Да, какое-то там количество времени. Бля, ребята, это вообще будет обидно, конечно, если там никак. Ну ничего, тогда сходим, сейчас понял. Сейчас я подберу там вещи свои, надеюсь. Ждем, ждем. Вроде повторно можно заходить туда. Святилище это. Да, мой трупешник лежит. Надеюсь, я спокойно его заберу. Без всяких сюрпризов. Без всяких, блядь, великанов, блядь. Да. Сумку надеваем, забираем все. Надеваем, одеваем, одеваем. Да. Все. Хавчик забираем. Не, на великана нам по-любому сейчас рано идти. Это однозначно. Страшно, что делать, бля. А ну сейчас попробуем. На великанам страшно идти сейчас. М? На каких великанов? Ой, блядь, почему они все согрелись на меня? Да я опять в это, в водине. Лес ничему не учит. Можно и так сказать. Я что-то великанов пойду. Там как-то обновилось. Это хорошо. Да отъебётесь от меня, блядь. Все, я выхожу, 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 отъебитесь. Фу, все, удрал отсюда. Да давай я сейчас на базу хотя бы вернусь, скину вещи, блин. Я понял? Тоже. А то, блин, ну, жалко сейчас там просирать. И мы с тобой сходим опять на оранжевую локацию. То, что мы справляемся с тобой, да, Жень? 1200 хп. Для великанов пойдем сейчас. Ну да, ну, в лес великанов, говоришь? Да, да, да. Да, конечно. То туда видел, да, сам? Да, это пиздец, это жесть. И надо там, наверное, как минимум вчетвером идти, я тебе скажу, Жень. Не, ну ты видел там, да, что, ну, творится? Да, там жестко. Там вообще жестко, блин. Или же, я не знаю, какой-то там топовый, блядь, фиолетовый шмот, понял? Оружие там, не знаю, прям прокачка, не знаю, чуть ли не 200 уровень, блин. Не знаю, в принципе, ребят тоже могут в комментариях написать, как это правильно проходить. Но я думаю, что и видосов достаточно сейчас на ютубе как-то проходить, понял? Угу. Сука, немножко поломала, конечно. Шмот мой. Ну а что делать? А какого хрена у меня дубинка поломана стала? Я же ее не пользовался. Типа что? Типа что, у меня в инвентаре все ломается, когда вздыхаешь? Чуть неправильно. По идее, как, наверное, не так должно работать. Ну да и ладно, хрен с ним. Мы сейчас голыми руками сейчас будем пиздить, блядь, эти подземелья, да? Не, хотя, блин, надо сейчас этот, как мы тогда в прошлый раз с тобой? Типа, тебе колдун, так колдун, да? Я сейчас, наверное, возьму целителя, сделаю тоже. Угу. Себе. Да, бери целителя. Сделаю этот, как его, посох себе. Боже, она крепкая, это прям, да. А можешь сделать этот посох помощника? Да, я сделал. Мне? А, тебе посох помощника? Да, сделать? Да. Сейчас я посмотрю, что у меня. Смотрю, мне просто, я не знаю, сейчас слитки. У меня слиток нету, я тебе все отдал. Сейчас вроде должен быть слиток. Где-то должен был. Так, давай. Я же тех скидков себе сделал, это. Я знаю, но там, может, осталось, да, хотя бы. Да, один. Есть. Попробуй сделать. Если надо, там дерево тебе могу дать. 15 дерев, кажется, надо, да, там? Не, тут дохуя ты что-то сказал. Все, сейчас тебе делаю просто помощник. Да, сейчас я скину вещи туда. Обратно. Два сделать? Не, один, ну не знаю, посмотрю, да, если на два хватает, то можешь и два сделать. Ну, блядь, если даже дерева-то хватает. Ну, дерево должно быть, сейчас посмотрю, поищу. Я так, давайте понять. Топорики тоже все скинем. Ёбаный свой интернет. Иди сюда, на ящик. Сейчас, а ты уже сделал? Да. А, понял.
данных. Сука, такой же, как и мой, не знаю. Так. Что там дальше? Ты идешь? Да-да. Ага, давай. Так, я посох. Угу. Дай мне дерево, я сейчас принесу еще один. А, блин, я забыл дерево, сейчас принесу. Ты только говоришь, иди, подходи, я, короче, вылетел с головы. Ты же собирай вещи, все, чтоб не ходи. Наебал. Так. Это пока сбегаешь домой, блин. Все, тут, сюда. Дерево я взял. Сейчас еще поищу, посмотрю, что у меня там есть. Так. Ты сюда. Так. Сейчас, секундочку, 5 секунд. Подожди, я сейчас все сделаю. 20 дерев тебе хватит? Конечно, блядь. Все. Мы так и сделаем. Все, бегу. Ты что-то идёт, нихер. Напугать решил, да? Эх ты. Давай дерево. Все, отдал. Класс. Беру. Угу. Я пока класс поменяю на целителя. Выбрать. Так. Пинты надо убрать. Пинты это сильно жестко, да. Так. На, я тебе скинул посох. Угу. Спасибо. Да, я думаю, это полностью хватит, чтобы мы зачистили подземлю. Подземку подземелья. Так, сюда бинты. Ахарчик скажет. Кстати, давайте вот это. Ну, что-то морковки. С морковки то, что делается, Ахарчик, он, блядь, помощнее будет. Мясо. Все серьезно. Сколько он там? 20 хп восстанавливает, 15. Не, больше, наверное, больше. Потому что обычная морковка восстанавливает где-то 15 хп. Все, куда погнали? На великанов? Еще, подожди, я сделал себе одежду. А та одежда там, мы же там голые даже можем справиться. Что-то. Там хочется быть. Хочется одетым. Почувствовать себя одетым, да? Да, блядь. Ну я в любом случае побежал, пока буду бегать там, зачищать. Буду искать, короче, вход под земелье. Помнишь, как обычно. Да выжил. Уже наловчился. Я тут вместе с друзьями захожу. Так, на карте мира локация отмечена зеленая. Где красная, это наиболее опасная территория. Я тебе говорил, опасная территория красная. Ты меня не слышал, блядь. Там, сука, блядь, гигант за тебя, нахуй. 1200 хп, блядь, завалил, нахуй. А я тебя выгнал. Ты сказал, меня кроешь, блядь, пойдем, блядь. Блин, ну я реально же дверь открыл. Типа подношение, блядь, там гандону дал, блин. Он сколько тебя не пропустил, да, видишь? Блядь, ты вырубишь там эти, не знаю, что тебе там смс приходит. А вырубишь? Потому что, блин, за это, походу, интернет весь уходит, блин. Да ладно, ты что? Не, реально, тебе кажется, вообще приходит, мне тоже начинает лагать. Так я уже на своем смс. А, ты на своем? Да, а, отлично. Все равно, блядь, похуй. Все равно решил доебаться. Блядь, ну сука, блядь, ебаная хуйня, как откуда она, блядь, появляется? Я опять сдох. Да сейчас, блядь, сдохну, наверное, блядь. Интернет, блядь. Сказал уже, блядь, сука, нет. Да, блядь, ладно, хорошо, хрен с ним. А откуда ты хрень приходит, на меня бежит? А какую, вправо? Все, я выжил, блядь. Так, кстати, а что я туплю? Давайте я восстановлю все хп. Да не, с левой стороны. Да ты еще не. Тебя еще нет на локации.
Интернет начал, понял, лагать, какой-то какой-то хер просто прибегает, не знаю откуда, блин. Все, вас нет. Ну что, ребята, наконец-то мы нашли с Женей подземелье, которое еще никто не зачищал. И, соответственно, мы сейчас будем зачищать это земле. Так, вот, пиздим их. Отомсти ему, бля. Все, что, ребята? Это и все, бля, что ты можешь? Так, с одного удара, да, завалил. Так. Короче, Женю убили, Женя стал берсерком, Женя разозлился. А что ты делаешь, бля? Мне похуй. Не, я не про тебя. Мне просто зашло вот почему-то в инвентарь, бля. Кстати, отбегает его удара. А, ну все, в принципе, он даже не успел. Давай посмотрим. Поищем, да, поищем, может быть, хавчик будет. Тебе его мало, и мне тоже, в принципе. Ну что, нашёл, что ли? О! Что ты там нашёл? Посох! Серьёзно? Посох целителя, прям как раз для меня. Охуенно. Почти целый, я тебе скажу. Офигенно. А я, блядь, что, бинты и цель? Не, ну тоже неплохо, да. Да. Ну, да, блин, какая разница у нас? Тогда я, в принципе, уже посох возьму, то я не буду, блядь, бегать. У меня сейчас два посоха обычных, понял? Да, еду беру, потому что все мало. В основном сейчас будешь вперед бегать. Ну, я, в принципе, тебя лечить буду. Так что, я думаю, справимся. Ух ты. Берсерка врубил. Когда все со стороны будут нападать... Ой, блядь. Переборщил немножко. Да, блядь. Больше так не делай лучше. Да, ты на меня переводи его. А, ну все, в принципе, справился. Я так думал, что я такой мощным буду, наверное. Ну, так ты без шмота, поэтому. Если тебе еще шмот был нормальный, конечно же, можно было бы много чего тут делать. Сейчас я лечу с любой пушки. Да. Много не трать, я сейчас тебе могу еще раз подлечить. Что там нашел? Возьми хавчик. Ой, а ты можешь мне сумку сделать? А, у тебя сумки нету? Да. Там мне не из чего, блин. Сука, я сумку забыл. Ну да, там мне трава нужна и, блин, не знаю, короче, мне реально нету из чего. Их двое там или один? Там дальше. Да, я остался в ебу. Да, да. Только ты на всех на себе не зови, да? И всех не тащи на себя. Блин, что такое? Да, я остался в ебу. Ах ты, сука. Давай, давай. Да, блядь. Ну, молодец, остался в ебу. Да, тихо, стоп, стелса врубил. Они на меня смотрят, блядь. Хуй там, блядь. Так, я лечу. Да, нет, молодей, сука. Он заебался топором махать. Да что такое? Чего он не лечит, блядь? Наконец. Кстати, это немножко другая подземелье, заметил? Ого. Еще и, блядь, гигант. Текай, блядь, вот он как топором начинает махать, сейчас пиздец просто. Текай, давай, текай. Давай, не, давай, я на себя беру. Ой, блядь, я просто на себе еще и большой, мощный удар принял, вот блядь. Именно, блядь. Сука, что-то не видел я. Неудобно стоял, понял? Я как бы текай, ты кажешь, блядь. Не, я же не видел, ну, я подумал, ты просто дальше бегай. Тут кидай есть, бери его. Да. Я мясо забрал. А, я понял, сейчас я бутылку выкину нахер. Подожди, давай я вылечу тебя, и себя тоже. Так. Что ты там делаешь? А, сундук открываешь. Да. Блять, извини. Я его, короче, согрел. Тихо. Там этот. Великан, давай, съебани его со стелса, как раз тебе, блядь, топор, мощность сейчас будет. Удар по нему.
Ох, нихуя себе, блядь. Почти больше половины жизни снес с него. Давай я подлечу сюда. Хорошая штука, блядь. О, гвозди есть. Гвозди. Давай. Сейчас я как раз я смогу этот конюшню, блин, сделать себе спокойно уже наконец-то. Мясо забираешь? Нет, забираю. Так, отлично. Я хочу что-то забрать такое прям ценное, блядь. Раз уже без. А ну-ка посмотрим, что у нас с сумкой. У меня одной кожи не хватает. Если кожа была, будь одна. Кожи нету. Блин, если вдруг попадется, скажи, я могу, в принципе, сделать сумку. А нельзя его, блядь, как-то убить так, чтобы кожа была? Да если волк попался бы там. О, подожди, я посох не надел. Подожди, а я тоже не надел. Молот мой сломался, сука. Ничего, давай тогда рукопашку. Надо было на босса оставить. Ну ладно, уже психанул. А, давай хотя бы переключись на этот. А, давай так, я тебе посох давай дам. Вот этот, я зеленый, в принципе, выпил. А что за похоть? Нацелитель? Да, да. Давай, переключайся, нацелитель. Давай. Все, забирай посох и погнали. Какой-то, блядь, уебан, блядь, припался. Где? Приперся. Сюда? Да, да, давай его завалим нахер. А, можно его, да? Я думаю, да. Продолжим. Или хрен его знает. Нельзя. А, можно, да. А, ты хочешь PvP режим включить? Да. Ну давай, да, блядь, я тоже включу. Все, агрессивный режим переключились. Подожди, без меня не иди. А, он убежал. Ну, потому что, сука, знает. Сыкло, блин. Не, он не убежал, он вот он стоял. Не, он сейчас поднимается. Да, идем сюда. Он не убежал. Ты уверен? Там да, кто-то да. Стоял, убегал. Он не убежал. Да убежал, он только что я видел, по лестнице он поднялся. Сука, блядь. Да иди сюда. У вас вот есть кого мочить тут сейчас. Давай. Пидорас, блядь. Все. Я как раз еще уровень взял. Давайте я вылечу. Все, погнали. Блин, когда же эта, блядь, подземка закончится уже, в конце концов? Так, осторожно. Сейчас надо с умом, блин, херячить их. Драу. Испугался? Бля, я думаю, можешь посох на босса оставить. Я тоже думаю. Давай пойдем пока что в этот. В рукопашную. Как думаешь? Рукопашка, так рукопашку. Давай. Да ёб твою мать. Да ёб твою мать. Чё ж ты не стал вообще? Да я просто со стелса стал, понял? И он автоматически на нас набежал. Так. Ага. Ой, ёбаный урод. Блядь, убегай. Жень, убегай. Потому что ты, блядь, лучник, скотина. Все нам портит. Все дела нам портит. Убегай сюда, куда ты бежишь? Убегай, давай, убегаем подальше. Там надо подлечиться, потом уже возвращаться. Ну и нафиг. Сейчас, хотя бы один пускай от нас убежит. Все, я беру на себя удар. Блять, нет. Сука. Жи, хавчик, блин. Жи, не жалей. Все. Сейчас. Я их на себя взял, восстанавливайся. Подожди. Лечись. Взял, на кого ты там? Все, я сейчас этого, блин, лучника его ношу. Сейчас, я беру посох и бегу к тебе. Сейчас восстановим ХП и будем фигачить этого. В рукопашку будем фигачить, не приезжай. Так, сейчас восстановится. Оп. Да ёбана. Картошка, блин. Все, давай, блин. В рукопашку пошли. Тикай. Да, вижу. По яйцам. Все, готов. Охеренно. Так, побежали дальше. А так, где-то мы эти зачищали или нет? А? Мы эти зачищали? Не знаю.
Не помню. Так. До хера этих великанов тут, блин, скажу тебе. Вот еще один великан там, блядь. Когда они поодиночке, то, блядь, попроще. Когда их сволочи, блядь, с лучниками, блин, они реально жесть, блядь. Так, давай я вот этого, блин. Да, согрю себе. Все, а теперь давай по мордасам, блин. Понадаем. Все, готов. А этого давай попробую. Подожди, иди сюда. А что там? Сейчас я открою, блядь. Ну ладно, я подожду. Блядь, опять вода, поёбан. Да ничего там толкового, блин, не впадает. Ой, блядь, это такой великан. А, помнишь, как мы его тогда заваливали? Когда, он, когда он начинает бить своим скиллом... А, вот. Все, убегай. Все, подбегаем. Раз, два. Не, с ним не получится, кажется. Это другой немножко. Да. Тот понял, тот помнишь, как он вперед ударял? Блядь, сука, этого. Посох беру. Да, да, посох бери. Тут по-любому надо будет с ним так биться. Да, блядь, эти ебаные бочки, сука. Угу. Сейчас возьму. Да он нас задолбал, блин. Не дает мне посох одеть. Убегай. Ушел. Да сейчас мы его быстро завалим. Так. А я, в принципе... Или не знаю, достаю, не достаю. Все, готов. А ну-ка посмотрим, что с него падает. Блин, подожди. Та, тряпки. Та. Давай, вас. Куда? Куда? Иди сюда. И ко мне. На, тоже сделаем. Снимаем посох. Там дальше мы еще до босса не добрались, поэтому надо бы экономить. По возможности. А, чмошник. Давай бей, бей, куда ты бежишь? Я посох не успел снять. Добьёшь? Да. Ну, ты за это время, конечно, мог бы снять уже посох. Ну так ладно. Ну уже ладно. А ничего тут нету? Это обман. Пиздец. На ёбку. Так. Вот тебе да. Вот он наш Выше друг. Драму, сука, текая. Давай, давай, да. Пускай он чуть-чуть отстанет от нас, а потом уже оденем посохи и пойдем херячить. Так, хватит нам тех посохов? Да, конечно. А сколько половина. У тебя? У меня тоже половина. Думаю, должно хватить. О, бля, нас преследует, мать его. Убегай. Типа тебе прям хуйнул, блин. Долбоёб, сука. А? На, пошли, пошли, пошли. Он до конца будет нас, походу, преследовать, скотина. Да? А нам здесь развернуться негде. Так вот давай, иди сюда. Давай разделимся. Да никуда разделяться, надо пиздить его. Ты сейчас сдохнешь. Куда ты бежишь под удар? Куда, да, вот куда, ну, нахера куда, ты бежишь? Куда я, блядь, нахера бежал, ты блядь. Бежишь? Ему под удар. Ты нахера, блядь, сука, заебал, блядь. Да ты заебал, блядь, ну ты первый раз что ли бежишься блядь. С ним, блин. Сейчас, вот, сейчас, там, ползи пока. Куда, блядь? Не знаю, куда ты ползишь, блядь. Сейчас его отгоню подальше и приду, сейчас восстановлю. Да, блядь, все, давай, возвращайся, чё ещё? Подожди. Не, не успеешь, все. Сколько у тебя хп? Я ближе к дверям, сука, сейчас вернусь. Так, а, сдох. Сейчас я вернусь. Хорошо. Можешь посох взять, блядь, сука. Да ну, я сейчас покручусь тоже. Позаёбываю её. Блядь, по мне попался. Беги. Бегу. Да не, не тебе, я говорю. Сука, понимаешь, преследую до конца, блядь. Я думаю, может быть, хоть... А ты сдох? Не. Там мне нормально все, я ещё успеваю. И вылечиться, пока он, блядь, крутится. Да, я, блядь, сука, не видел, что он бьёт, блядь. Ебал нахуй. Сейчас пока подождем тебя. Я лук взял. Да иди вещи свои забери, ты и все. Да иду.
Так это говори, когда будешь заходить сюда. А ты что, ты прям там, Тиша? Ну да, сейчас я вот его гоняю по всему этому. Да блин, ну тут реально, с ним ничего сложного особо нету, блин. Просто да, надо... блядь, подлез под удар, блядь, сука. Ну да, я ж тебе говорю, убегаю. Мне полный хп было, надо было, чтобы... Ой, типа, а ты не так, блядь, так же самое делал. Помнишь, как? Да я не видел, чё, блядь. Сейчас, блядь, что-то один. О, тут, кстати, еще одну дверь мы забыли открыть. Ах ты, блин. Да его даже в одного можно убить, честно говоря. Да не надо. Таким образом. Ты там еще долго? Открывай дверь, захожу. Заходи. Заходи, я... Захожу. Да, я сейчас... Только я ж лучник теперь. Да возьми, забери вещи свои. А сейчас заберу вещи. Я уже в твою сторону иду. Подожди, надо его еще чуть-чуть, потому что мне сейчас восстановить, ну, хп не могу восстановить еще, мне откат идет. Так, а что ты хочешь, не могу понять? Надо его, ну, подожди, раздели. Подожди. Так, бегает. Под удар пока не кидайся. Все, я убегаю. Убегаю. Текай. Красава, ты его добил. Чё дали? О, там топор дают. Ой, подожди, дают этот. Одину, да, подношение Одина дают, да, заебись. Что заебись? Мы туда всё равно не справимся там. Да, блядь, сейчас зайдём, посмотрим. Да, не синя силен уже. Так, уроны дают. Да, это лучше не тратить. Там, я так понял, через день будет обновиться, понял, эта территория Одина. И то, что ты вот туда подношение ложишь, надо будет потом через 2 дня опять повторно ложить, чтобы зайти туда. Уже по новой, понял? Так, мины и ворона забери, чё уже? Да. Мне мест не так много. Просто уже. Ну, давай вот это заберу. Это сожжу, и пошли. Все, в принципе. Да. Так мы зачистили с горем, блин. Да, блядь, как... пиздец просто. Да, блин, в прошлые разы намного проще было. Это, блядь, не знаю как-то. Ну это посложнее, это, наверное, самое сложное было, да, подземка? Давай еще откроем здесь дверь, кстати. Мы пропустили. Опа. Никого. Короче, тебе меч и щит выпал, да, с него? А еще что-то ценное не выпало там? Ворон, мины. Масленка. Все. Я как раз-то переживал, тебе меч и щит еще, видишь, вернули. Ну, такой себе, честно говоря, тут лут выпадает с босса. Ну, тоже плохо. Этот посох, ого, вот это я уже заберу сам. И это тоже. Вот ты. Тут я схавал. Короче, штаны чародея. Как раз у меня есть шлем и броня. Проклятый лук. У тебя уже есть, кажется, такой, да? Да, вот это же им такой, чтобы воевал, блядь, сухая. А, ну, поэтому я... Моя очередь его забирать. Давай. По-честному. Я сейчас его пойду отнесу, блядь, назад положу, блядь. Куда же? Так, ладно. Я сейчас вернусь, блядь, сделаю себе сумку и вернусь. А, ты еще пособирать что-то здесь хочешь? Да. Ничего же толкового нету, что-то. Ну, что там, ящики? Заморачиваешься. Там ящик нужно проверить. Какой ящик? Там, блядь, обычные ящики. А так мне нету места. Не, ну так, в принципе, подземку тоже неплохо. В плане того, что, вот видишь, можно и с босса забрать, и если еще с сундука что-то классное выпадает, то вообще супер. Просто в одного, видишь, да? Это вообще сложно, блядь. Почти никак. А Одина, по отношению к Одину мы вообще никак, да? Да ты что, там ты же видел, блин, там... Что ты понял, ну, обычно тоже те же самые мобы, понял, в 3 раза больше хп у них. Там вот этот, который был выше драг, у нас здесь за 160 хп, а там 480, в одного только. И плюс вот этот, который был, видел вот этого, как его, блядь, гигант, то, что с колонной ходил,
Там у него, блядь, 1200 хп. Он одним ударом сносит по 60. То есть там надо уже броня хорошая, по-моему, оружие надо. И как минимум, чтобы нас двое и трое было, понял? Тогда уже там что-то можно сделать. Там рассчитано, по-моему, на несколько игроков. Ну и в хорошей шмотке, да. Вот такие вот дела. Ну что, на этом будем заканчивать, наверное. Надеюсь, да. Вам понравился этот ролик. Хоть мы тут и бесились. Немножко подустали, честно говоря. Мы уже играем, который еще час, наверное, пятый или шестой час. Просто сейчас да. Только начали записывать. Вот. Игра вообще реально затягивает. Игра крутая, блин. Надеюсь, вам опять-таки понравилось. Будете смотреть. Будем стараться больше записывать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видосы, на группу ВКонтакте, на Discord канал тоже, там тоже приходят уведомления на новые видео. Всем удачи, до следующей серии, всем пока.